Такая вот у меня порно-студия. Ноутбук, который я починил корешу. Компьютеры. Тоже отличный ноутбук, когда я им пользуюсь. Это мои компы. Я работаю на этом компе. Комп дешевый, офисный. Вот этот ноутбук, Acer, которому 8 лет, мощнее, чем этот ноутбук. Причем намного, потому что он 4К вообще даже не видит. То есть просто черный экран и все. Subwoofer Sven. Это мой еще один дохленький комп. Вот. 5.1. Это двушка Western Digital. Здесь тоже двушка. Это мой комп. Ну, в нем все есть, но его надо просто сделать. Вот он помощнее, чем вот эти компы, намного. Просто его нужен там. Мой Acer. Вот что там еще, мои диски. Вот здесь два диска по 2 терабайта, ну и все вот эти там терабайтники, 3-терабайтники. Вот вебка моя, которую я вещаю. Но 2-ка сидит, стоял у меня на этом, на компе, на этом вот, материнка там не сдохла. Вот 2 терабайта под системой стоял нормально и работал, и все. Значит, вот 2-ка тоже 2-терабайтник новый. Я брал сразу 2. Это 500-ник сигейтовский. Вот. Ну, провода всяческие. Мое, так сказать, моя порностудия. Здесь я ваяю, блядь, свои сайты. Странные. Ну, в общем, как бы все. Что будет потом, интересно, покажу. Еще.